от любови провода повезли мне. Спасибо, удачи. Счастливо, дай Бог здоровья. Двадцать лет назад мы приехали в Суздаль, то есть я и моя семья. Вот здесь нет железной дороги, здесь нет аэропорта, здесь нет заводов. Мы поэтому сюда поехали. Ну, у нас были маленькие дети, мы хотели, чтобы им было хорошо. Называется «Сон». Для непосвященного кажется сказкой или не сказкой. А для меня много символов. Во-первых, вот эта вот птица Сирин, это рождение моей дочери. Вот эта фигура спящего человека с крестом на груди, это Зодчий, который построил этот Суздаль. Вот этот лес, тут вокруг Суздаля был разбойник Удияр, такая знаменитая песня есть. Поэтому как бы все символично. Борис и Глеб, Кремль. До революции историки писали: Суздаль насчитывает от роду столько веков, сколько и история. Поэтому все вот эти попытки привязать к какой-то дате строительство Суздаля, его основания, они беспочвенны. Первые шаги христианства на русской земле связаны с суздальцами. Это очень интересный факт. И это до крещения еще, до общепризнанного крещения Владимирова. Это 866 год, когда суздальцы со Аскольдом и Диром пришли в Константинополь его осаждать, а результатом этой осады стало крещение Аскольда. Он не был князем, он был воеводом Рюрика, и жили они с братом Диром в Суздале. Аскольдов двор здесь осталось место. Легенду об основании Суздаля записал в середине 18 века ключарь Рождественского собора Анания Федоров. Будто бы пришли в давние времена на Русь три брата – Сан, Ависхасан и Асан. Двое обосновались недалеко от Балтийского моря, и только премудрый Асан не искал легких путей. Долго шел Асан, пробирался через леса и болота, пока не присмотрел подходящее место для поселения. Заложил Асан на том месте город и дал ему имя Сухдал – Сухая долина. Со временем название превратилось в Суздаль или Суздаль. Ученые до сих пор спорят, откуда оно на самом деле происходит.
То ли от финского «суси», что означает «волк», то ли от названия «смородины» на некоторых финно-угорских языках, то ли от древнерусского глагола «сдати» – «строить». Считается, что впервые Суздаль был упомянут в письменном источнике в 1024 году. Но недавно археологи обнаружили деревянную книгу начала XI века «Новгородский кодекс». Академик Андрей Залезняк восстановил затертые надписи и прочел упоминание о Суздале, датированное 999 годом. Все те события, которые были на протяжении многих веков, они остались в земле, они отразились в культурных слоях многовековых, которые накопились за эти 900 лет. И многолетние исследования Суздаля, они дают полную картину всех тех летописных событий и событий, которые не дошли до наших дней в летописи, по находкам, по ремеслам, по различным бытовым вещам. Железный нож – это лучковое сверло, которое использовалось в косторезном производстве. Деталь конского убрежа – это половинка удил. Вот такой ключ от навесного замка. Ну и свидетельство осады города – это железный наконечник стрелы. Еще одна категория находок, которая встречается в древнерусских городах – это элементы украшений, украшений женщин. То есть это многочисленные стеклянные браслеты. Браслеты, бусы, пуговки. Вот женщина носила на руках по несколько браслетов, то есть фактически как цыганка. Пожалуй, такая нечастая находка в городах Северо-Восточной Руси – это вот амулет-топорик. То есть это точная миниатюрная копия боевого топора XI века. В этом году было открытие очередное в Суздале, был найден могильник 12-й, начало 13 века. То есть это абсолютно случайная находка. Дело в том, что в Суздале, в черте города, очень много земель сельскохозяйственного значения. Вот. И на протяжении последних 10 лет эти участки стали размежевывать под застройкой. Вот очередной строительный проект позволил нам обнаружить могильник. В этом могильнике мы фиксируем то время, когда жители Суздаля прощаются с языческими представлениями и верованиями. По делам. Вот с этого места, собственно, все и началось. Еще в дохристианскую Русь, да, как раз, здесь, на этом вот месте было капище языческого бога Еруна. Можно сказать, самого почитаемого, наверное, бога земли Суздальской, да, наверное? Ну да, и здесь он же у нас, как отвечал-то в язычестве, за плодородие, а суздальские земли-то, они же именно и славятся своим плодородием. Здесь вот как раз напоминание вот о былых временах. Название улиц тоже здесь. Ерунова гора и Красная горка есть улица. Ну вот Красная горка как раз вот она, эта улица. Гора. Нет, это Красная горка, Ерунова гора вот она. Ну, ты мне, пожалуйста, хорошо, не рассказывай. Можно сказать, вот здесь одно из сердец города Суздаля. Потому что здесь сначала была построена самая-самая первая церковь. Вообще, на самом деле, то есть первые церкви на Руси, они все ставились на месте капища. Имел это, наверное, под собой две, но как минимум причины, да, то есть, ну, во-первых, все-таки место намоленное, да, потому что, место силы. Во-вторых, так вот, если по-нашему, по-современному, вы тут все из себя язычники, да, то есть мы тут с князем приперлись, да, то есть порушили капище, сказали, вот, все, нельзя, это плохо, да, будем теперь христиане. И ушли, да, то есть вы собрались, посмотрели, говорит, далеко ушли-то, говорит, ой, да не видать, мужики собрались, камни навалили, столб поставили, живем дальше. Да, то есть, а тут, стало быть, чтобы вернуть капище, да, то есть, надо что, сломать церковь, а сломаешь церковь, придут богатыри, по щам стучат. Ну, это все так. Ну, это все так, совершенно верно. Хан Баты, татар-монгол, тоже с этого места руководили взятелем города Суздаль. Потому что брали-то его вон, через Никольские ворота, вот, буквально через речку. Брали-то его. Никольские ворота, да, там. Вот, с колокольни видно будет, если интересно, покажем. Благослови Господи, я всех ходячих.
До наших дней в Суздале сохранились 5 средневековых монастырей. С XIII века существуют Ризоположенский, Александровский, по преданию основанный самим Александром Невским, и Васильевский. С XIV – Покровский и Спасо-Ефимьев. В древнейшем из них Ризоположенском жила святая Ефросиния Суздальская. Благочестивая княжна Феодулия отправилась из родного Чернигова в долгий путь до Суздаля, чтобы выйти там замуж. Однако жених умер до приезда невесты. И тогда Феодулия постриглась в монахини под именем Ефросинии. Она ревностно соблюдала во всем аскезу. Однажды некий прихожанин попытался подарить ей одежду, не в силах видеть, как она мерзнет в ветхом рубище. «Мы, монахи, как рыбы, в тепле портимся, а на холоде только лучше становимся», – отшутилась Ефросиния. В 1238 году пришла беда. Суздаль захватили и пожгли татаро-монголы во главе с ханом Батыем. Ефросиния с сестрами истово молилась за спасение обители, и Ризоположенский монастырь уцелел. Его стены охватил чудесный огонь, не дававший врагам приблизиться. На самом деле, Ризоположенский монастырь все-таки был разрушен в середине XIII века и возродился только в конце 15-го столетия. Моя родина, там преподобно высокой, самой высокой в центре на Красной площади. Там магазин молодежный, за него туда заворачивать. И мой первый был дом на Красной площади. Филифилион, обещал мне миллион, что я дура не брала, теперь барыней была. Проходите. Он у нас не кусается, он у нас умный. Филион-то мой филион. Ну, я какая грамотная, 7 классов кончила. Пошла учиться в техникум. А жених повернулся замуж. Отец не дает, а я ни в какую. Пойду и все. Любовь – высший дар природы. Я вот никому не касаюсь ни зачем и не хожу. У меня все свое. Все свое. Вот в этом году торговать не хожу. Устала. Просто устала. И садить стал поменьше. Я телят держала. 4 теленка. Без скотина не жила никогда. Никогда. А сейчас здоровья нет. 90 лет. Слабость сильнее. Пойдемте. Суздаль, конечно, изменился. Очень много приезжего народу сейчас. И все, представляете, приезжают и спрашивают, кто дом продает, кто квартиру продает. Много очень. Все едут, что из Подмосковы, из Москвы. Что-то бегут оттуда. Я не суздальский, я приехал в 2006 году сюда поступать в местное художественное реставрационное училище. Наряду с реставрационными дисциплинами у нас было кузнечное мастерство. Потом сходил в армию на годик, вернулся, устроился преподавать. То есть преподавал я 4 года в своей родной художке. Сейчас уже вольный кузнец, если можно так выразиться. Иногда я участвую во всяких выездах там, с туристами, и там кто-то в шутку, в подпитии высказывает такое, ну что типа, больно ты тощий для ковки-то. Типа, кузнец должен быть огромным. Я начинаю сразу рассказывать. Нет, совсем нет. Типа, кузнецу важна... Надо прежде всего головой думать. Потому что ничего здесь сверхсложного, сверхтяжелого нет. Даже вот работа кувалды. Если у нас есть какая-то заготовка... Сейчас я встану. Вот. Правильно. И нам
надо по ней молотить кувалдой. Сейчас я продемонстрирую, ничего сложного нет. То есть мы, когда ударяем, у нас все равно какой-то момент отпрыгивания есть. Вот ударили, она отпрыгнула. Раз. Опять ударил, отпрыгнул, ничего сложного не будет. Я вот со всей даже... И силу мы, по сути, не вкладываем. У нас работает вес кувалды, вес молотка. Суздаль, в принципе, городишко небольшое, 12 тысяч населения. Вот. Ну, около того. Для такого маленького провинциального города здесь кузнец очень много. По моим подсчетам, это штук так 7-8. В принципе, все. Сейчас она остынет. И на холодно поправим. Вот. Такая средневековая вилка для жарки мяса. У кузнеца, как у любого художника, есть свой почерк. Ты всегда узнаешь свою работу, сколько бы лет ни прошло, да. Я тоже сначала в это как-то не верил, а потом там, с опытом... Я свою работу всегда могу отличить. Даже, не знаю, там, я там еще 100 кузнецов сделаю какую-нибудь простенькую ручку дверную, вот, и все это перемешать, я все равно найду эту работу свою. Как говорил мой учитель Сергей Владимирович Ниченко, если ты хочешь что-то смоделировать, что-то попробовать вот, с металлом, то бери пластилин, это то же самое. Только вместо пальцев, вместо стеков у нас здесь кузнечный инструмент, молотки, различные нижники и прочий инструмент. Весь самодельный, все со своими руками, под каждый металл, все со своими клеймами. Вообще культура инструмента должна быть. Должно быть все ровненько, аккуратненько, чтобы работать было приятно. Потому что в некоторых кузницах клещей даже нету. Они берут, приваривают в железку к заготовке и так греют. Все, мне это непонятно и мне это мерзковато. Знаете, вот по моим наблюдениям, некрасивый инструмент не работает. Может, не такой специфичный взгляд уже, но как-то оно так в жизни получается. В юности Соломоне Сабуровой сказочно повезло. Великий князь московский Василий III выбрал ее в жены из 500 девушек. Однако за 20 лет брака Соломония так и не родила государю-наследника. Муж решил с ней расстаться. Соломонию насильно постригли в монахини и сослали в Суздаль в Покровский монастырь. Василий женился на другой. Сын от этого брака впоследствии стал первым русским царем Иваном Грозным. Ходили слухи, что Соломония попала в монастырь уже беременной, но рожденный ею мальчик умер в 3-летнем возрасте. Позже появилась другая легенда, будто ее сын стал знаменитым разбойником по имени Кудияр. Предание преданием, но... В 1934 году директор Суздальского музея Алексей Варганов вскрыл в Покровском монастыре детское захоронение рядом с гробницей Сабуровой. Там были остатки деревянной куклы, одетой в богато расшитую детскую рубашку, и никаких признаков мертвого тела. Тайну Соломонии Сабуровой историки пытаются разгадать до сих пор. А в Покровский монастырь продолжали ссылать жен влиятельных людей. Оказались там и Анна Васильчикова, жена Ивана Грозного, и Мария, жена свергнутого царя Василия Шуйского, и Евдокия Лопухина, первая супруга Петра Великого. Thank you.
потерял ногу на строительстве Владимира Иванова дорога. И говорю, надо чем-то заниматься. Купил два улья и не знал, что с ними делать. Вот, ни рамок нет, ни вощины у меня не было, ничего. Они у меня изроились, соседям отдавал рои, и не знаю, что делать с ними. А потом пришло, как год от года все стало. Я в Куровниках жил, улица Куровники, знаете, может? Да вот там вот как раз 17-й дом, вот я там, моя родина. Это вот наша семья. Мать Анна Николаевна, Дина Михайловна, Нина Михайловна. Это Борис, я. Вот, значит, это младший брат Олег Михайлович. А это Виктор, старший, 33-го года. Когда началась война, мне бы и было всего-то на 2 года. Вот помню, только орёв баб да накуренную избу. Бабы плакали, мужей провожали, и отца я почти не помню. А потом холод, голод, с братом поехали, а волки уже, видать, войной пригнало сюда, волки были в Суздале-то. Одна женщина у нас, вот, забыл уж ей фамилию, Катушкина, пошла на колодец за водой, это на Гончарной улице. У нее из-под этого... Прямо из-под ног волк выхватил собаку. Маленькую собачка была. И на лугу мы побежали, только несколько капель крови и конец хвоста, и больше ничего не было. Все съели. А потом уже после этой войны-то мужики-то пришли, где-то там эти вот их окружили, волков перестреляли, мы даже их видели. Вот дымарь. Это устройство, которое помогает нам смотреть пчел. Это вот сухие гнилушки, но они дымят. Сейчас город вообще, как он, к церкви стоят, как невесты, все побелены. Вот. А было, вот мы мальчишками лазили по церквям за голубями. Было, как все равно, что после бомбежки. Покровский монастырь был вообще там, где и двери-то были выбиты, и склепы там вот были, мы вот мальчишки-то бегали, смотрели. Разбиты были. Васильевский монастырь, там лошади были. Наши предки настроили такие чудеса, а революция все и сломала. Так, дымарь у нас разводится, нет? Удалось нам его развести. Я работаю руководителем энергосбыта в Суздале. А пчеловодству я, соответственно, с отцом занимался с детства. Он меня к этому приучал. И сейчас, как бы, вот в силу возрастных ограничений, он практически вот уполномочил меня заниматься этим занятием. Он сейчас большинство, мне 77 лет. Обобщать понятие суздальской медовухи, она в разных видах делается. Но я, как пчеловод, имею возможность приготовить напиток без добавления каких-то, кроме меда, посторонних продуктов, в частности, сахара. Меда, они были как ставленные, так и вареные, то есть разные способы медов. Ставленные – это сырые меда, сырого брожения, куда можно добавить пергу, процесс брожения пойдет без варки меда. А вареные меда, когда мед с водой варится, вода желательно тоже, чтобы была хорошая, после этого он остужается и ставится на брожение. Брожение около 2 недель происходит, а потом идет медленная стадия брожения, где происходит осветление напитка и, соответственно, получается медовуха. Thank you.
Я переехал под Суздаль, я еще не знал, буду я здесь жить, не буду. Я просто понимал, что я уже не хочу жить в Москве. Нашел в селе Гнездилово домишко, стал жить там. У меня появилось куча свободного времени, и я наконец-то начал печь хлеб. Я всю жизнь любил готовить, но к хлебу подходил, знаете, то есть я пек всякие пирожные, там, тортики, там, то есть вот это все, ну, то, что легко делается на кухне. А к хлебу у меня было такое, ну, думаю, это серьезное, что такое. Ну, действительно серьезное в том плане, что оно требует, ну, времени. Если вы начали, замесили тесто, вы ничего не можете больше делать, то есть вот, вы к нему привязаны. Вот. Я вот сейчас налил воды, все, процесс пошел, да. Вот мне так смешно даже, когда люди меня спрашивают, там, ну, друзья московские, там, ну как ты туда перебрался, тут же, типа, ну, провинция, тоска зеленая, типа, делать нечего. Я говорю, да вы что, с ума сошли? Говорю, вы тут, тут времени просто не хватает на все дела. Вот. Это важный момент. Соль надо добавлять уже в процессе замеса. То есть не в тесто, а в процессе замеса. Это очень сильно влияет на корочку. Но основную часть жизни я был фотографом. Хороший фотограф. Сработал практически со всеми ведущими нашими и зарубежными изданиями. Вот. Ну, у меня тут остались кое-какие, видите, там вот, работы нераспроданные с выставок. Но когда цифровая фотография пришла, мне стало скучно. Я практически перестал заниматься фотографией. Потом работал дизайнером журнала «Фотомагазин», делал свой журнал. Ну, вот, в конце концов, вот это все вот влилось вот в это. Вот вроде простые движения, да, я не знаю, с моей точки зрения. А когда учишь людей, не у всех получается. Дайте-ка там помогать. Да? Крендельки папкины ест. Вот она, да, суздальская. Ну, правда, к сожалению, вот опять вот нет в Суздале роддома. И мы появились в Иваново. Не залил Иваново. Потому что я хотел в народах присутствовать, а во Владимире это невозможно. Он действительно в чем-то уникален, потому что он, с одной стороны, сохранил вот такую тишину и покой, да, и в то же время вот, в нем кипит какая-то жизнь. И она с каждым, на самом деле, вот, на моих глазах просто с каждым годом становится все интереснее и интереснее. Потому что появляются новые проекты какие-то, новые фестивали, новые мероприятия. А самое главное, сюда приезжают люди, которые хотят. Вот, то есть, ну, не знаю, там, я, там, не только я, очень многие как бы, здесь гостали. Все, пойдем. Все, пойдем, сядьте, мамки, внизу. Да. И пойдешь, что ты спокойно. Все, сейчас. До меня была дегустация медовухи. И вот этого окна с, вот с роскошным видом, его не было. Это была декорация а-ля, тут мы в казематах каких-то находимся, то есть все было зашито. И для меня это просто было шоком, как можно было вот закрыть вот этот вид. Как можно от людей это спрятать? Я первое, что я здесь сделал, это я, конечно, разломал всю эту декорацию, открыл эти окна. Почему города страшные, да? Потому что они, вот эти вот стены, вот эти квадратные коробки, они блокируют ваш взгляд, они не дают вам как бы пройтись по панораме. Вот. Всегда очень важно, что вы видите перед собой. Суздаль в этом плане – это совершенно роскошное место. Здесь, я надеюсь, ничего такого не наворотит, не изменит. Ну, знаете, когда говорят, это щелики Суздаля, все переживают, только не Сочи. Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве знают все. В смутное время они возглавили народное ополчение и изгнали из страны интервентов. Памятник одному из героев, князю Дмитрию Пожарскому, есть и в Суздале, возле Спаса Ефимьева монастыря. Умершего в 1642 году полководца похоронили в этой обители, в родовой усыпальнице Пожарских. В 1850 году сыновья императора Николая I в ходе поездки в Суздаль захотели посетить усыпальницу. Однако выяснилось, что ее разобрали на стройматериалы еще 100 лет назад, и никаких следов захоронения не осталось. Известному археологу, графу Алексею Уварову, царь приказал бросить все дела и заняться поисками могилы. Проведя раскопки, Уваров определил, в какой из найденных гробниц лежит прах Дмитрия Михайловича. В
1885 году над ней построили роскошный беломраморный мавзолей. 75 тысяч рублей на это собирали по всей России. Однако при советской власти в 1933 году сооружение разрушили. Мраморные плиты собирались использовать для постройки Дворца Советов в столице. Могила снова оказалась заброшенной. Только в 2009 году мавзолей восстановили и снова на народные пожертвования. Видите, бочком поднимаешься. Вот, видите. Колокольня – это хорошо продуманный, просчитанный, выверенный музыкальный инструмент. Вот его можно, наверное, сравнить с гитарой, да? Что все-таки колокола, да, то есть это как струны на гитаре, да, то есть, а вот звонница, вот шатер именно, да, то есть это как акустическая дека. То есть, и если даже, грубо говоря, как, если там самые-самые лучшие в мире струны, да, поставите на какую-то простую деревяшку, фанеру, да, то есть они не будут звучать. Для Суздаля очень типичная колокольня есть, пастуший рожок, таких... Колокольня только в Суздале имеется. То есть это такое типичное суздальское такое ноу-хау. Типичная суздальская школа, да. Церковные колокола, да, они отличаются, так вот назвать, от академических, да, колоколов. Потому что академические колокола, они что? Они четко подобраны по звуку. По ноте. То есть они настраиваются в ноту. Вот от колокол, да, то есть. И все там камертоном, да, то есть там подточили, все, ноту, допустим, до ре ми фа соля си, да. И здесь же колокола, да, то есть они двухтонные по звуку. То есть у них нижний звон и верхний звон. Вот если сейчас вот ударить колокол, вот, допустим, просто вот благовестник, то слышите. Видите, нижний гул, верхний звон. Видите, два тона идет, два тона звучания. Причем идут они через 5 октав. Вот, и как раз качество колокола, да, то есть, которое вот, то есть, как отличать то, что он должен быть ровный. Видите, вот здесь мы сейчас ударили, мы четко прослеживаем, да, то есть, два тона. И они не пересекаются, нет вот этого гуляния, бау-вау-вау-вау, да, то есть, когда обычно, да, то ну, есть, да. Здесь идут, они ровно идут друг в друга, да, то есть, и здесь каждый колокол, да, даже если ударить во все вместе колокола, видите, они все звучат вровень. Вообще, изначально я по образованию повар-кондитер, но ни дня не отработал по профессии. Большую часть времени я работал на стройке. Какое-то время подрабатывал в столярке, там, на производстве мебели, резьба по дереву. Даже успел поучиться в Суздальском художественно-реставрационном училище, правда, недолго. Вот. В какой-то момент я понял, что не хочу ходить на работу, хочу заниматься чем-то своим. Думал производить какие-нибудь сувениры, но их и так много уже. Э,
Иван-чаем я стал заниматься года 4 назад. Как-то зимой я чисто случайно по телевизору о нем услышал. Вот. И до лета у меня было еще полгода. За полгода я изучил все, что на тот момент было в интернете. Первый сезон я больше всего экспериментировал. Собирал в разное время дня. Делал разное время ферментации, разные способы ферментации, разные способы сушки при разной температуре. Изначально на Руси его ферментировали и сушили в печках, в горшках. Он немного отличается по вкусу. Я делаю, в принципе, по похожей технологии, только ферментирую путем томления в бочке на костре. Вот чем дольше их так крутить, тем более глубокая получается ферментация. У меня был период, когда мне хотелось уехать. Это было связано с тем, что я занимался музыкой исключительно. А здесь сложно найти музыкантов себе. Так я жил в провинциальном городе, как и многие здесь, пил пиво, курил. И в какой-то момент я решил сначала отказаться от алкоголя, потом бросил курить и стал дальше изучать информацию о здоровом образе жизни. Практически сразу наткнулся на несколько научных книг, обосновывающих вегетарианство. Дело было перед Новым годом, и уже Новый год я отмечал без алкоголя, без сигарет, без мяса. Родители сначала боялись, что я исхудаю, заработаю себе анорексию, но буквально прошло 2-3 месяца, они удивились, что я стал, наоборот, более бодрый, стал заниматься спортом. Так как город туристический, качество жизни местных жителей зависит от количества туристов, потому что город зарабатывает в основном на туристах. И большинство жителей задействованы именно в туристической сфере. Кто-то занимается производством сувениров, кто-то продажей, у кого-то гостевые дома. Вот я, например, занимаюсь продажей чая своего. Я еще занимаюсь варкой варенья. Варю его в бочке на костре в огороде. Это вот варенье из молодых сосновых шишек. Оно очень полезное, повышает иммунитет в зимнее время особенно. Еще есть огуречное. Огуречное варенье – это самое популярное варенье в Суздале, потому что огурец сейчас стал фактически бренд. У нас проводится фестиваль огурца. Это ежегодный, очень грандиозный праздник. И вот у нас практически весь город варит это варенье. Монументальная живопись, она была как образование. То есть я закончил институт, отделение по монументальной живописи. И, естественно, я занимался разными заказами. Там рестораны, спортивные какие-то там сооружения мы там
делали монументалку, там, мозаику, витражи. Но вот после того, как у нас горе произошло, вот это вот, некрещенный ребенок, то есть до 8 лет, если бы он умер, это был бы младенец, а 8 лет – это уже как бы отрок. И ты, если его не покрестил, понимаешь, за него церковь не молится. Ты не можешь за него там панихиду заказать, там ничего. Он не крещенный. Я вот сколько здесь живу, 20 лет, Суздаль, я постоянно что-то делаю. И не потому, что я этого очень хочу, а оно само как-то так жизнь складывается. Но почему-то в церкви, все почти в церкви. Тут несколько заказов только каких-то было, там медовуху я там расписал, дегустационный зал. Ну и все, по-моему. Что-то мы когда-то планировали там много. Ну вот мне много-то не надо. Вот про князь Владимир, что он первый раз был здесь. И второй раз уже христианином приехал. Вот эти две. Ага. Вот это. Сейчас отметим. Вот эту запись, вот это. Вот какую скобкой? Вот эту вот, где кропка. Но она у нас уже отмечена там синим. Угу. Несторевская летопись, вот эта вот. Черт, да, что все пишут нам, что там 1024 год, а вот вам летопись, а вот вам упоминание. Град Суздаль утвердил, пожалуйста. Это вот из степенной книги, это суздальское предание. Вот это тоже, да? Нет, это не надо. Ну вот я скобку взял так, да? Вот только скобки, мелко не надо. Вот это вот здесь, вот по этой стенке размер. Вот и все, как все остальное. Ну, хватит. Здесь что-то другое можно написать. Можно. Ну, это еще, во-первых, вот это же не написано. Сверху в начале, чтобы не капать там. Потом они же в белых одеждах, вы говорили, должны быть. Ну, у тебя монохроме тут сделано, поэтому, мне кажется, не надо. Не надо, да? Не надо, оно все единственное. Они пятнами, да. Если темно. Он напоминает и фотографию старую. А сейчас начнешь раздраконивать. Придется тогда все раздраконивать. Мне давно хотелось какие-то вехи истории наших мест, нашего северо-востока русского, изобразить в храме, вот в церковных картинках. Вот здесь изображена сцена 26 января 19 года, когда крестный ход вышел из Кремля, почти весь город собрался, как вспоминали жители, и зачитано было послание патриарха Тихона «Анафемастующие безбожных гонителей». Ну вот пришел Михаил Иринин, председатель горосполкома, с красноармейцами. Но народ его с табуреточки стащил с ящичка, пистолет у него отнял, а красноармейцы побросали свои винтовки и убежали. К ночи пришел отряд карателей из села Погост-Быково. И едва могли найти этого Михаила Иринина, он спрятался на чердаке. А участников, зачинщиков, бунтовщиков ночью стали хватать. В храме дерево растет, в храме в алтаре. Идите меня, идите меня. Малиновым вырастили. И очень много, конечно, он создал. Он понес утрат именно вот в это время, в 20 век. Сколько, наверное, за предыдущие 800 лет, при татарах такого даже, таких потерь не было. Не было постановления в ЦИК о разрушении всех храмов Суздаля, кроме трех древних соборов. И оно стало приводиться поэтапно в исполнение. Ну а как приводилось, поскольку сил таких не было, сразу все сломать. Стали продавать храмы. Просто продавали на кирпич, на слом. Ломали то, что легче сломать сначала, ограды, колокольни, как хорошо ее уронить легко. Подрубили угол, пень туда подсунули, подожгли, и она сама упадет потом. Упадет и развалится на кирпичи, там частично на щебень. Ну, вот так было уничтожено 14 храмов, в том числе предельных, колокольни при них.
ограды практически все. Осталась ограда только у Смоленской церкви. Одной единственной во всем городе. В XIX веке старинный облик Суздаля уберегло от модернизации то, что железная дорога пролегла далеко в стороне. А после 1917 года город сохранялся вопреки обстоятельствам. Советской власти не нужны были суздальские монастыри и церкви. Их сносили, а с теми, что остались, обращались без церемоний. Так в зданиях Покровского монастыря в разное время размещали детдом, воинскую часть, ремонтные мастерские, инкубатор, свинарники, гостиницу, секретную биохимическую лабораторию. Боролись за сохранность памятников немногие. Сначала Василий Романовский убедил советскую власть открыть в архиерейских палатах первый Суздальский музей. А преемник Романовского, Алексей Варганов, много лет добивался превращения в музей всего города. В 1967 году советское правительство приняло решение сделать Суздаль центром туризма. Начались масштабные реставрационные работы. Одной из проблем стало строительство главного туристического комплекса – ГТК «Суздаль». Современное сооружение, рассчитанное на одновременное проживание 750 человек, необходимо было вписать в городскую среду, не нарушив историческую малоэтажную застройку. В 1982 году Суздаль стал первым советским городом, удостоенным международной премии «Золотое яблоко» – туристического «Оскара», опередив таких номинантов этого года, как Париж и Прага. Привет, Славик. Что, помочь? Чего, донести, что ли? Да. А то можно не справиться. Да ничего тут. Да нет, я... Есть все. Все кидают. И франки, и как я еще... И евро вон 5 бросили сегодня. Сам не рисуешь уже, да? Нет, не рисую сам. Хотя у меня фамилия художника. Перов у меня фамилия. Здесь легко жить. Даже байкеры приезжают, они носятся по городу. Гул стоит сплошной. И все равно, вот они проехали, здесь еще тишина, снова какая-то вот это благолепие. То есть люди никуда не спешат. Куда тут спешить? Они не торопятся. Тут некуда торопиться. Облик весь города, он незабываемые впечатления производит. И так или иначе русский человек... На генетическом, наверное, уровне чувствует здесь, что здесь его родина. Вот все говорят, что в Суздаль приезжаешь, он начинает сниться, еще тянет сюда, еще. Вот что-то есть у нас такое, что сюда так и тянет. Проезжаешь вот эти вот в ворота на въезде в город, вот стоят эти две башенки, и все просто вот так вот хоп, и вы оказываетесь совершенно в другом мире. Зимой очень красиво, когда вот свежий снежок выпадет. Тулупчик накинешь, бурки обуешь и вперед. Домой, ага, по снежочку. Мимо Покровского монастыря там, да, ну хорошо, дорожка такая будет. Вот, тихо, спокойно идешь. Я говорю, ну реально можно никого вообще за это время. Пока до дома дойдешь, никого уже не встретишь. Так вот он Суздаль.